Губкинский координатор партийного проекта «Единая Россия» Муса Тагиров встретился с индивидуальным предпринимателем Расулом Алиевым. Отныне в магазинах «Мегастрой» процент скидки для держателей карты «Забота» увеличен. По итогам совещания компанией «Мегастрой» принято решение увеличить скидку по карте «Забота» до 10%. Ждем вас за покупками. Обладатели карты «Забота» – это отдельные категории граждан, скажем так. Для них это будет серьезным подспорьем, в том числе при проведении ремонтов, при приобретении тех или иных товаров. Ну, я думаю, что это очень хорошая скидка, и в дальнейшем, возможно, она будет увеличена еще. Но опять же, по решению предпринимателя. Напомним, карту «Забота» могут получить ветераны, малоимущие и многодетные семьи, неработающие пенсионеры и студенты. Всего 17 льготных категорий граждан. Получить больше информации можно в местном отделении партии «Единая Россия» по телефону 30270.